всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам города Саратова 2 апреля 2024 года. Посмотрите, как это было. За бортом плюс 17. Проедем Чапаева. Посмотрим, как тут от первого магнитного проезда до Шелковичной. Как все высохло, так, ну не все, но в общем, вот такая обстановка на дорогах. Где ямки, где открылись, где воды нет. И полетела наша саратовская пыль после зимы. Ну, надеюсь, это все уберется потом. Здесь мы Соколовой будем сейчас пересекать. И так вот по Чапаеву я вам показывал ее зимой. Теперь вот в апреле. Какая она сейчас. Эта улица. Да, и как всегда говорю, в Рутюбе, в Ютюбе, в Дзене, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Ссылку делаю из Рутюба и Дзена на телеграм-канал и Дзена на ВКонтакте и в Одноклассники. Не забывайте про донаты, ссылочка для них, для поддержки канала есть в описании сюжета. Так-то так. Вот теперь мы Большую Горную пересекаем. Так, здесь улица Посадского. Ой, Посадского, это, да, Посадского, я уже что-то задумался. Дальше будет Зарубина, Гоголя, Кутякова. Как-то вот так вот. Ну, дальше будет вот затрудненные участки, я его называю, от Кутякова до Московской. Ну, и здесь-то не лучше, смотрите, машины стоят. Центр есть центр. Вот улица Гоголя. И доехали. А впереди вот я о чем вам и говорил. Сейчас будет чуть-чуть затрудненно. Потому что там одна полоса до Московской. Встречные две. Из-за этого получается затруднение поворачивать с Кутякова с двух сторон. И мы еще. То есть три в одном, можно так назвать. Да, благодарю, кто пишет и напоминает мне тоже, информацию дает, что вот на Степана Разина перекресток Кутякова есть камера за пересечение линии. То будьте внимательны, там она стоп-линия, это дальше от перекрестка, то есть ближе подъезжать не надо. Так, ну вот здесь вот о чем я вам говорил, здесь вот как обычно. Странно пропускают пешехода, когда вообще-то у них идти им нельзя. Так, ну вот, теперь вот можно, надо двигаться. Ну вот теперь идет пешеход, я должен его пропустить. Да, вот еще из-за чего здесь такой вот остановка, здесь автобусная. Вот, да, с правой стороны наблюдаете. Когда они останавливаются для посадки, высадки, получается так вот тоже. Ну, а так, в основном, конечно, за то, что я вам говорил, одна полоса, одна линия. Еду на летней резине, накачал там 2,3, она еще такая. Я обычно до двоечки спускается, у меня она как-то мягче идет.
А здесь вот такое ощущение, как будто не переобулся. Но зато экономит топливо. И резина не так кушает асфальт. Да, вот кто заметил, курточку другую одел, потеплело. В эфире, опять же, радиорама группа включил. Уже проверенная, так сказать, ютубом, который говорит, что авторские права не нарушены. Ну и ладно. Так, двигаемся. Пропускаю я уж. Челюскин с проекта, да, человеку. Так, да, вот опять. И весна, вот уже травушка зеленая, если заметили. Вот, вот каждый день сейчас будет и будет теплее, и каждый день будем выходить из дома, и что-то новенькое. Ну, это потому что травка, листочки, и так каждый год, и так будет всегда. Хотя есть такая притча, так будет не всегда. Я уже рассказывал как-то год-два назад про это, то, что пришел жаловаться человек в эту, ну, в храм, там неважно кто, какой конфессии. А ему сказали, священнослужитель, а ты, говорит, табличку-то напиши на двери и повесь, так будет не всегда. А он там жаловался, жена эта, на работе плохо, жена изменяет, дочь от рук отбилась, сын наркоман, все так плохо, дом сгорел, а он, вот ему священнослужитель и сказал, на табличке напиши и повесь на двери, и будешь входить и выходить, каждый раз это читать. И вот он повесил, ходить начал, выходить, и там так будет не всегда. Но у него дома что-то образовалось, на работе все стало хорошо, а жена перестала гулять, сын выздоровел, дочка тоже на путь встала истины. И он прибегает опять в храм и говорит, ой, спасибо вам там за все. Он говорит, а мне-то за что? Говорит, ты только не забывай, говорит, смотреть на эту табличку каждый день. Так будет не всегда. Вот я о том, что вот показываю дороги. Этот день обмена возврата не подлежит. И так будет не всегда. Вот такое солнышко. А обещает уже к концу недели опять там 10 градусов, 12, и дождики, и пасмурно. Надо радоваться каждому дню. Как тоже по телевизору или где-то я прочитал, или кто-то сказал. Мы умираем один раз, а живем мы каждый день. Надо радоваться каждому дню. Вот и здесь, вот, ну, правда, вы не видите. Я сейчас, ну, проехали, где этот, как его, ТЮЗ. Я как-то вам показывал, тут снегом все было занесено. Все почистили, подмели. Ну, фонтан, правда, еще не открыли, но рано фонтан открывать, прохладно. Так что, вот Одесса, сейчас Чапаева. Пересекли мы после Московской Киселева, сейчас Большая Казачья. Да, это Кировский район был, сейчас мы въезжать будем после Казачьей, это Фрунзенский район, небольшой участок до Сако-Ланцети, а там дальше Октябрьский район. Мимо цирка мы с песнями проезжаем, вот там птицы тоже моют окна. Все, будем готовиться к лету. Сейчас вот потепление, сейчас все дома будут мыть, всего убираться, также и организации, и магазины. И также бордюры мыть, красить и разметочка. Так, что стоим, кого ждем? Зеленый горит вовсю. Вот наш крытый рынок, кто не знает. Исторический. Здесь вот Сако-Ланцети.
Так, ну что? Зеленей-то не бывает. Он по телефону один едет, разговаривает. Сейчас кого обогнали. Этот я не знаю, чего стоял. 60 километров в час. Ну вот так вот я сделал. Перед автобусом, чтобы быстрее проехать. Это у нас улица Советская, перекресток. Он какой-то мужичок, то ли разговаривает с кем, тоже по телефону. Вот я его тоже обогнал. Я тоже с вами разговариваю, но не забывай про дорогу. Помню, как в автобусе в детстве я ездил, всегда написано было: товарищ, не отвлекайте водителя разговорами. Или пассажир, не отвлекай водителя разговорами. Это центр города, люди у нас идут. Да, вот такие минусы, то, что поворачивает налево. Может, потом придумает ехать направо, чтобы вот так вокруг квартала, и чтобы налево поворота запрещать. Ну, пылище. Смотрите, какая уже пылище в центре города. Будут ездить поливать машинки потом. Вот это у нас мы пересекли-то. Перед этим была Рабочая, Бахметьевская. И вот Белоглинск, да, там какая-то была Шевченко, я пропустил, Мичурина. И Ульяновская, во, все забывает маленькую улицу. Так, ну вот и доезжаем до, мы, до площади Ильинская, она же площадь Фрунзе. О, кто уже, молодежь раздетый, кто одетый, я тоже в курточке. Молодежь быстро раздевается. Горячие. Так, ну вот, говорю, подъезжаем на нашу площадь Фрунзе. Улица Щелковичная будет. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. Вот, на всем светофор попал. Вот так так бывает. Не болейте. Вот какой дом здесь, да? Вон, на рядышком старый. Но что-то он как его как-то не реконструирует. Вот. До встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.